Я недавно у Кончаловского услышал, он был, Андрей Сергеевич был у Познера, и было такое глубокое интервью, одна фраза, которая меня потрясла, понимание. Я тоже иногда могу побрежать, что все у нас не так, все у нас через задницу, имею в виду государственное управление. И вдруг Кончаловский говорит, мудрейшую вещь. Говорит, мы все хотим выйти, поменять все к чертовой матери. Это с 17-го года у нас по инерции идет. Но ведь государство, оно не для того, чтобы был рай. Государство и вся эта машина ограничивающая, она для того, чтобы не было ада. Понимаешь, как тонко и коротко. А дядь Миш Жванецкий вдруг, он сказал, юноша, это человек, который хочет красиво умереть во имя какой-нибудь цели. А мужчина, это человек, который готов смиренно жить во имя этой же цели. Слышал. Лучше всего это сделал дядь Леш Кузнецов. Он сказал, Валера, играл джем с молодежью вчера. Ну как они играют джем? Они же молодые, им хочется себя проявить. И на второй минуте все, включая барабанщика, играли громче в 5 раз, чем мы начали. И фактически они уже каждый играли свое соло. И один из музыкантов, как бы сжалившись, играя на контрабас, сказал, дядя Леш, давайте я вам гитару погромче сделаю, а то вас не слышно. А я ему ответил свой девиз. Пока так. Я говорю, как? Он говорит, пока так. Это ж какая мудрость человеческая. Ты подходишь к гитаристу и говоришь, а вы можете быстрее все? А он говорит тебе, пока так. Сколько в этом достоинства. 17 мгновений весны, там гитара дядя Леш Кузнецова звучит. Ти-ту-ту, ти-ру-ди-пу-пу. Он такой вам мог наиграть. Но он играет тли-пу-пу, сэ-ю-ди-пу-пу. Пока так. Какое-то добровольное самоограничение. Это помимо музыки.